Мы видим только то, что может воспринять наше сознание. То, что мы видим, описывает нас самих, а не внешнюю реальность. Окружающий мир является нашим отражением. Почему мы в клетке? Окружающий мир влияет на нас? Нас формирует медиа-контент? Почему мы адаптируемся к собственному отражению? Почему мы в клетке? Вернитесь в первичную позицию. Примат субъекта над отраженностью.